Привет-привет! С вами Эмили, и в этом видео я постараюсь поподробнее рассказать про мастер-классы в Москве и ответить на все вопросы, которые поступали на эту тему. И вначале мне хотелось бы напомнить, что все это мероприятие вообще возможно только благодаря компании Гела, которая отмечает свой юбилей 20 лет, и в честь этого события они решили устроить праздник и собрать несколько мастер-классов в рамках формулы рукоделия. И, как я говорила ранее, помимо моего мастер-класса будет также известный, я думаю, многим Саша Мун, которая покажет, как вязать шапку спицами. Также будет Юля Лодарева с бактусом, Роман Лодарев с тунисским вязанием. И также вы свяжете носочки в смешанной технике вместе с Машей Бурцевой. Все ссылки будут внизу в описании, обязательно загляните. Если говорить о моем мастер-классе, я думаю, что вы уже много раз видели вот этих мишек в тапочках. И именно их мы будем вязать вместе на мастер-классе. И давайте поговорим немного об организации и начнем с того, где все это будет происходить. И как я уже говорила, что это будет в рамках формулы рукоделия в Сокольниках. И формула рукоделия — это просто невероятно огромная выставка. Я думаю, что многие из вас не знакомы, а если нет, то вы можете оценить на фотографии масштаб. То есть это просто огромное пространство, на котором представлено много всего интересного для творчества и рукоделия. То есть мастер-класс будет проходить не в каком-то закрытом отдельном помещении, а именно в рамках такого огромного масштабного события. И все это будет происходить вокруг. И, конечно же, до мастер-класса или после вы сможете все это своими глазами увидеть, посмотреть и принять участие. И тут же бы мне хотелось отметить, что вход на формулу рукоделия платный, и это совершенно отдельный билет, и покупается он именно на сайте формулы рукоделия. Если делать это заранее, то билет будет стоить 250 рублей за один день. Можно также купить вездеход на все 4 дня. Но если вы младше 14, то вход для вас бесплатный, но нужен специальный бесплатный билет. Как его получить, можете прочитать на сайте формулы рукоделия. Итак, когда вы зайдете на саму выставку, на формулу рукоделия, вы сможете найти там очень много разных стендов, в том числе и стенд Гелы. Я постараюсь на карте вам показать, где он находится, но, конечно же, лучше заранее уточнить и созвониться с менеджерами, чтобы точно найти, где будет проходить мастер-классы. У Гелы будет огромный стенд, где будут зоны с мастер-классами, где будут располагаться столы, где мы с вами и увидимся, а также, конечно же, будет зона и с материалами, которые вы сможете посмотреть, пощупать и оценить все это вживую. Для моего мастер-класса по мишкам будет небольшой столик, он включает 3 места. Вы можете примерно оценить по фотографии, как это выглядит, и понять, что же ждет на самом мероприятии. И давайте теперь о самом мастер-классе. Он будет длиться 2 часа. И вначале мы с вами, конечно же, немного познакомимся, а дальше начнется самое интересное. Начнем мы с того, что будем выбирать пряжу. Я вам раньше рассказывала о наборах от Кати, которые так и называются амигуруми, и именно они будут в нашем распоряжении. Будет набор с самыми нежными оттенками, я выбрала именно его для вас, потому что, мне кажется, там самые-самые красивые цвета. Для каждого участника будет подготовлено 3 мини-моточка, конечно же, не таких цветов, а более нежных, у меня просто они уже закончились. Один цвет будет основа, то есть бежевый, молочный или светло-розовый, потом сама пижамка, немного белой пряжи для тапочек и мордочки, и также будет еще третий цвет на ваш выбор, который вы потом можете использовать для любых других целей, связать второго мишку, например, или какие-то аксессуары, дополнения к первому. После того, как мы с вами выберем пряжу, конечно же, мы приступим к крючкам. На мастер-классе будет 2 крючка. Первый крючок вот такой, он более классический, то есть он подойдет для того, чтобы держать его и как ручку, и как нож, то есть он универсальный абсолютно для всех, и его вы заберете домой, то есть этот крючок входит в стоимость, вы можете им дальше вязать все, что захотите. И второй крючок вот такой, уже необычный, это Ади Свинг, и эта серия будет представлена для тестирования, то есть на мастер-классе вы сможете вязать не только крючком, который вы заберете с собой, но и попробовать вот эти уникальные ручки, которые являются эргономичными. В общем, мы с вами займемся совместным тестированием этой серии, и они будут одинакового номера, то есть совершенно неважно, каким вы будете вязать на мастер-классе, вы все равно сможете дома довязать своим, и все у вас отлично получится, и номер будет совпадать. Также, конечно, будет наполнитель, я сейчас как раз активно сортирую для каждого участника, и, в общем, будет весь набор, который вам понадобится для того, чтобы создать одного целого мишку, и вам все хватило, и не волнуйтесь, даже если вы где-то ошибетесь, потому что все так рассчитано специально с небольшим запасом, поэтому можно ошибаться, распускать, все будет отлично. И, кстати говоря, о том, какой уровень вязания должен быть на мастер-классе. Мы не будем разбирать базовые элементы, то есть должен быть минимальный уровень, и для того, чтобы связать мишку, нужно уметь вязать круг, желательно по спирали, и делать улавки. Этих двух навыков хватит, чтобы связать целую мишку.
И давайте вернемся к тому, как будет проходить мастер-класс. Итак, мы с вами выберем пряжу, потестируем крючки. И дальше я вам покажу, как делать крепление, как пришивать ушки так, чтобы было оно максимально незаметным, и ушки были аккуратно пришиты. И после этого мы наконец-то приступим к практической части. На нее будет примерно около часа. И за это время мы успеем с вами связать голову. И в зависимости от того, какая у вас скорость вязания, дальше будет видно, что еще мы успеем сделать. Но не волнуйтесь, даже если вы что-то не успеете связать, мы сначала все это разберем в теоретической части, само описание. А потом, если что-то не успеете доделать, у вас будут специальные закрытые видео по всему мишке снова с самого нуля. То есть вы уже дома в спокойной обстановке сможете включить видео, открыть фотографии и вязать уже постепенно в том темпе, как вам удобно. Поэтому мишку вы в любом случае довяжете, все материалы у вас будут, вы все заберете с собой. И также мы с вами будем на связи и в режиме онлайн, конечно же, все доделаем, пока у вас не будет свой готовый целый мишка в тапочках. Я надеюсь, теперь вы представляете, как все будет происходить, в каком формате, и немного о стоимости и как купить билеты. Мастер-класс по мишкам стоит 500 рублей, и в эту стоимость включены абсолютно все материалы. То есть, если бы вы покупали этот набор по отдельности, все элементы, то вам бы он обошелся даже немного дороже. А тут еще бонусом будет само описание, видеокурс и, конечно же, встреча, на которую мы с вами вместе повяжем. Мастер-классы будут идти 4 дня, с четверга по воскресенье, с 29 сентября. И за одним столиком помещается 3 человека, поэтому количество мест ограничено, и нужно заранее записываться и приобретать билеты, чтобы точно забронировать себе место. Где купить билеты, я оставлю внизу в описании тоже, обязательно туда загляните. И если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне ВКонтакте или на почту, я вам постараюсь максимально все подробно еще объяснить. Также для удобства я создала встречу ВКонтакте, поэтому если вы точно знаете, что пойдете, то обязательно мне напишите и вступите в эту встречу, чтобы мы с вами там общались и выясняли, какие еще остались свободные места, и было удобнее все это организовать. Я думаю, что на этом все. Надеюсь, что смогла объяснить максимально подробно все, что вас интересовало. Но если что-то непонятно, то обязательно пишите. И я очень буду ждать встречи, потому что «Формулы рукоделия» — это огромная выставка, на которой невероятно праздничная творческая атмосфера. Я с нетерпением жду увидеть все это своими глазами, потому что до этого я только видела в интернете разные отчеты. И плюс ко всему, в этом пространстве будет еще один праздник, это юбилей компании Гела, это такой получается праздник в квадрате, плюс, мне кажется, будет веселая, интересная компания, разные блогеры и мастера по вязанию и не только. В общем, я буду с нетерпением вас ждать, будет невероятно творческая праздничная атмосфера, поэтому увидимся там. Ну а кто не сможет попасть, не расстраивайтесь, мы с вами увидимся очень скоро на канале, я уже снимаю следующее видео, поэтому до скорых встреч, пока-пока!